Самое оздоравливающее из развлечений – баня в новом гостиничном комплексе «Дилижанс». Возмутительный случай произошел в микрорайоне Майданова. 33-летняя женщина распылила газовый баллончик в лицо 3-летнему ребенку и его бабушке. Конфликт произошел на детской площадке. Женщина использовала баллончик «Перец-11А», в результате чего мальчик получил химический ожог обоих глаз. Такой диагноз малышу поставили врачи травматологического отделения Клинской городской больницы. По словам пострадавшей, причин для такого агрессивного поведения не было. Однако, как мы выяснили, конфликт произошел из-за собаки. По одной из версий, бабушка с внуком и собакой зашла на детскую площадку. Женщина, наблюдавшая ситуацию, сделала замечание, завязалась ссора. И последним аргументом в ней стал газовый баллончик. В самом микрорайоне об этом инциденте мало кто слышал, но нашей редакции удалось связаться с очевидцем произошедшего. И вот, что он рассказывает. 14-15-14-30 проходил как раз мимо, видел, как женщина-собака гуляет на площадке, подошла к другой женщине, соответственно, какое-то рычание, оскал собачий. К ним никто не подбегал, они сами подходили с собакой, гуляя на детском площадке с собакой без намордника. Здесь два нюанса, которые могу смело утверждать, что подходила женщина-собака первая. Сейчас в обстоятельствах дела разбираются сотрудники полиции. Сразу после случившегося пострадавшая обратилась в дежурную часть. В дежурную часть клинской полиции поступило сообщение от 50-летней женщины о том, что возле одного из домов в микрорайоне Майданова на детской площадке неизвестная женщина распылила газовый баллончик в лицо ей и ее внуку. Женщина с ребенком обратились в травматологический пункт, где мальчику поставили диагноз «химический ожог глаз». Клинские полицейские по подозрению в совершении данного преступления уже задержали 33-летнюю местную жительницу. В настоящее время по данному факту проводится проверка.